Тимофей Логич целенаправленно поступил в энергетический колледж. С детства любимым предметом юноши была физика. Теперь изучать любимую для себя дисциплину Тимофей будет чаще. Новоявленный студент уже с нетерпением ждет момент, когда сядет за парту нового учебного заведения. Веселое времяпровождение, изучение что-то нового, такого электрического. Все эти соединения, перепады, постоянный, непостоянный ток, все вот в таком виде. Ну, лучшее время, которое я получу за свою жизнь. В этом году в энергетический колледж поступили более 300 первокурсников. Само учебное заведение стало участником программы «Профессионалитет». Оно предполагает модернизацию материально-технической базы и производственной инфраструктуры колледжей, закупку оборудования, программного обеспечения и расходов материалов, необходимых для осуществления образовательной деятельности. Благодаря средствам гранта и опорного работодателя компании N+, студенты будут учиться в отремонтированном корпусе с новыми мастерскими и лабораториями, оснащенных современным оборудованием и инструментом. Кроме того, выпускники получат дополнительные возможности после окончания обучения. В прошлом году для первокурсников провели 19 экскурсий на потенциальные места работы. Наши студенты очень эффективно взаимодействуют с нашими работодателями, проходят практики на рабочем месте. К нам приезжают на демонстрационные экзамены, в качестве экспертов выступают наши производственники. Наши производственники, то есть опорный наш работодатель, компания N+, просматривает все наши программы, делает замечания, и мы программы делаем все под запрос работодателей. Кроме того, сейчас в энергоколледже 174 студента-целевика. Компания N+ активно поддерживает среднее профессиональное образование для подготовки профессиональных кадров. Это заложено в образовательную стратегию компании, основанную Олегом Дерипаской. Александр Гаврилов, Константин Синицын. Новости сейчас.